Два вопроса, связанных с профилактикой наркомании на Камчатке, обсудили в правительстве региона. Очередное заседание антинаркотической комиссии прошло под председательством губернатора Владимира Солодова. Первый вопрос – организация профилактических мероприятий в отношении осужденных, отбывающих наказание к принудительным работам на участке, функционирующем как исправительный центр при федеральном казенном учреждении исправительной колонии номер 5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний. У нас в исправительном центре находится 50 человек. Сейчас ведется работа по созданию еще 50 мест. Работа эта осуществляется в том числе в исполнении поручения президента Российской Федерации, исполнение которой координирует Министерство юстиции Российской Федерации, лично Константин Анатольевич Чуйченко. В настоящее время мы готовимся к созданию этих мест для размещения осужденных к принудительным работам на базе нашего сельскохозяйственного предприятия «Овощевод». И в целом мы видим, с одной стороны, перспективу данных механизмов, с другой стороны, понятно, что нам в связи с этими формами отбывания наказания необходимо проработать и дополнительные меры профилактического характера с категорией осужденных. Вторым вопросом обсудили реализацию комплекса мер по медицинской реабилитации лиц, признанных больными наркоманией. Одной из стратегических целей, которая закреплена в стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации, является побуждение наркопотребителей к прохождению медицинской реабилитации. Она отражена также в нашем плане. Ну и у нас есть оценочный показатель, уровень первичной заболеваемости наркомании, который напрямую связан с этой работой. Я хочу напомнить, что по итогам 2021 года, по данному показателю, наркоситуация в Камчатском крае оценена как сложная, и это говорит о необходимости усиления работы в данном направлении. Заседания антинаркотической комиссии в Камчатском крае проводятся на регулярной основе.